Дополнительная мотивация для проявления большего интереса к учебе, спорту и общественной деятельности появилась у студентов округа. 10 июня Денис Гусев, сенатор от Ненецкого автономного округа, подписал с руководителями средних профессиональных учреждений Наринмара положение о конкурсе именных стипендий для учащихся. Тему продолжит Катрина Тайбарей. На сегодняшний день в Ненецком округе 3 средних профессиональных образовательных учреждения, которые готовят специалистов в различных сферах деятельности. Соглашение об именной стипендии сенатора было подписано с Ненецким аграрно-экономическим техникумом и Ненецким профессиональным училищем. Мы стартовали сегодняшнего для организации именных стипендий по 3 номинациям. За достижения в учебе, достижения в спорте и в достижениях в общественной жизни. В каждых 3 номинациях будут выплачены именные стипендии сенатора. Вот. Сумма этих стипендий будет ранжироваться по занятому месту. И это будет являться хорошим стимулом для студентов, для в учебе, в спорте и в общественной жизни. Мы должны поддерживать молодежь и хорошее начинание для студентов. Назначение стипендии будет определяться по решению стипендиальной комиссии, в которую входят преподаватели, представители родительского комитета и студенческого совета образовательного учреждения. В каждом учебном заведении есть такие великолепные студенты, которые, несомненно, поддерживают имидж каждого из учреждений. И они, несомненно, нам сегодня дадут хороший такой старт для нового проекта, великолепного проекта, именно стипендии сенатора. Надеюсь на то, что это будет не разовое какое-то знаковое событие, а исходя из соглашения, это долгосрочная перспектива, может быть, даже не привязанная к определенной какой-то фамилии, так скажем, да, то есть сенаторы, которые будут, они будут вести эту политику, будут поддерживать тех студентов, которые являются сегодня. Первые выплаты именной стипендии студентам будут произведены уже в сентябре по итогам второго семестра 2020-2021 учебного года. Начислять стипендию будут один раз в семестр. В первую очередь я бы хотела выразить слова благодарности сенатору Российской Федерации Денису Владимировичу Гусеву за проявленное внимание к студенчеству, к студентам средних профессиональных образовательных организаций нашего региона, ну и в том числе, конечно, нашего учебного заведения. Я считаю, что это очень важное дело в поддержании студентов, поощрении их, стимулировании, мотивации к дальнейшему обучению и проявлению своей активной жизненной гражданской позиции. В свою очередь Денис Гусев отметил, что подобного рода выплаты послужат дополнительной мотивацией для студентов лучше учиться, проявлять себя в спорте и общественной деятельности, что, несомненно, положительно скажется на их социализации. Это хороший шаг, первый мы, как пример, да, такой именных стипендий. Да? Я думаю, что мои коллеги, депутаты, общественные деятели, да, во многом отреагируют, и мы пилотный проект в данном направлении. Из личных средств. Поэтому я думаю, это будет хороший стимул для остальных наших политиков, общественных деятельных учреждений. Не только в среднеспециальных учреждениях, может, в школах. Мы должны выявлять наиболее талантливых и вместе с тем подтягивать всех ребят, которые готовы учиться и показывать результаты в различных видах деятельности. В настоящее время студенты получают 2 вида стипендий – академическая и социальная. Академическую стипендию могут получать все студенты, обучающиеся на бюджетной основе на 4,5. Социальную стипендию получают студенты, которые учатся удовлетворительно и по тем или иным причинам имеют право на социальную финансовую поддержку, подтвержденную органами социальной защиты. Катрина Тайбрей, Вадим Стасюк, телеканал «Север».